Сука! Прикинь, ставка не сыграла. Сейчас бы 300 тысяч выиграли бы. Прикинь, в ресторан сходили бы. Да? Заказали бы, что хотели, жесть. И я до ресторана еще бы оделись бы, как нихуевенько. Представляешь? Не сыграла ставка. Милая, дай душку. Нет, ты чё, это же на такси. Блядь, дай двушку, будет тебе на такси. Первый тайм только закончился. Отыграться могу. Ладно. Оп. Сука, сука, я же знал, что на 1,5 надо больше ставить. Я же чувствовал, чувствовал. Да, Эля. Привет. Ты уже прилетела? Ну, да, давай увидимся. А где? Хорошо, а ты с кем будешь? Да, я тоже могу своего взять. Турсын, помнишь? В смысле взять? Скажи, с ним пойду. Хорошо, давай до вечера. Блин, домой быстрее переодеться. Че медленно идешь, побежали? Все так. Почти голая. Ты бы еще в трусах пришла. Просто все на стирке. Было, что было. А, да? Туда от меня не нашел. Ну а что? Он мне предлагает квартиру в Дубае. Вау. Здорово. А как я без тебя, дорогая? Да пора уже повышать уровень. Дубай, все дела. Ну, можно жить и там, и там. В принципе, если ты будешь часто приезжать, то соглашайся. А так я буду скучать по тебе. Я подумаю. Да куда она денется? Вчера ходила весь Андрей. Выбирала между двумя. На каблуках. Алло, мам. Скинь, пожалуйста, на такси, я тебе завтра верну. Спасибо. Ну, шаришь, сейчас на такси поедем. Я сама поеду. В смысле? Ты чё? Турсин, послушай. Я устала от этого всего. Я от тебя устала. У тебя ничего нет, и ты нифига не делаешь. Я хотела сказать, что между нами все закончилось. Тебе понятно? Милая, ты о чем? Я тебе не милая. Я тебе никто. И ты для меня с этого момента теперь никто. Я думала, ты будешь расти, развиваться, что-то делать. Но ты ничего не меняешь. Я просто теряю время рядом с тобой. Жанна, ты что меня бросаешь? Да, я тебя бросаю. И знаешь почему? Почему? Потому что ты конченый лузер. Ты просто лузер. Я не хочу быть таким лузером, как ты. Не звони мне. Забудь меня. Лузер. Ах так, да? Лузер!
За лузер ты мне же ответишь!